и я даю первую игрушку, которую приготовил для Саши. Я ее даю Илье Соболеву. Это осел. Осел Илье Соболеву. Возьми, пожалуйста. Возьми, пожалуйста. Да. Это осел. И по традиции у осла мы что делаем? Отсасываем хвост, Илья. Если захочешь потом дунуть, отсасываем. Вспоминаем. 2008. 2007. В 2008 уже, уже попал на программу. Да-да-да. Да-да-да. Ну... Ну вот, видишь. Все. И опять попал на программу. Блин, хорошо. Я была в него влюблена в детстве. В меня? Не в тебя. А, посла? В осла. Илья, что вы делаете? Изнасиловал этого бедного. Я понял концепцию, знаешь? Илья, дергай, я... твой любимый. Мне очень больно это делать. Ты не заслужил этого. Нет, это знаешь, Илья. Как типа, вот так говорит, выходи за меня. Дай. Я знаю, ты любишь его. Они, короче, договорились. Они договорились, что если... У него сейчас капилляры полопаются. Если мужчина тоже рожает ребенка, решает завести ребенка, его тоже не повышают. Охуенная же версия. Уравнять. И если у вас... Уравнять в дискриминации. Да, у него жена забеременела. Она такие, о, малыш, все. Никакого тебе повышения. Ты тоже сидишь в декрете, знаешь. Да. Илья. Илья, ты слава. Илья, пожалуйста. Нововведение. Илью... Илью в компанию приводят. И говорят, у вас будет вот такой ребенок. Если вы не откажетесь, томи. Это будет с вашим сыном. Плюс бал, томи, да? Пожалуйста. Да. Илья, давай, давай, Илья. Мы слушаем тебя. Выплюнь, выплюнь. Илья, Илья, вы будете пробовать ртом ответить. Илья, на, попробуй вот это. Илья.